я буду стоять на стакселе. Это что-то типа как такси, да, вызывать? Его надо открывать и закрывать. Стаксель-моксель. Так вот, это что я делаю? То есть я могу сбить, ну, короче, немного скинуть, например. Как себя чувствуешь в новом плане? Максим, в каком у меня плане, пойму. Жопа мокрая, в плане у тебя. Ребята наваливают как могут, но мы все равно не ели. Ветер вообще херачит, пипец. Мы сейчас так подпрыгнули на волнах. Сардина прыгала, а мы над сардиной. Сардина большая съела маленькую, и все это съела чайка. Ой, они валят, как валят. Так страшно. О, лодка, давай пойдем. А вы что думали? На яхточке покатаемся? Я тоже. Я думал, да. Не весело говорили они. Вон он, да? Нет, парус. У нас небольшая техническая проблема. Я поймал черепаху. Мы глушим черепаху. Че, девчонки, покатались? Класс! Это что, банан? Будет кататься на банане. У нас произошел прорыв баллона, и мы потерпели крушение. Че, как дела? Слушайте, капитан!